На улице идет дождик, я уже в больнице нахожусь. Посмотрите, ну, я немножко промокла, сейчас хочу купить кофе свою любимую. Пить хочу. Вот автомат у нас стоит. Республиканская стоматологическая поликлиника. Так. Пить хочу. Так, что мне попить? Капучино. Винишку открыем. Ну все, девочки. И что это? А что это? Денежку воткнули и все, и пропало. Жмите на напиток. А, еще раз нажать на напиток надо. Я обычно карта рассчитывалась. Хочу прям водички холодные, правда, газированные, но тут нет, по-моему, воды-то. Так, и вот я люблю сиропчик добавить чуть-чуть. Все, можно наслаждаться. Красота. Сегодня, кстати, у меня этот мизинец отвалился, девочки. Наконец-то. Один ноготь тут остался. И тут осталось три ногтя. Обожаю. Очень-очень вкусный кофе здесь. Я как-то зимой взяла в январе. Иду, значит, да, через дорогу. Там Брюстоль. Думаю, сейчас возьму сигареты и там на улице покурю, значит. Стала на светофоре у перехода. А женщина рядом стояла. А я стою, держу, ну, закрытый в этом, как под крышечкой, стаканчик с кофе. Женщина говорит, как вкусно пахнет, говорит, кофе у вас, говорит. Я говорю, да, кофе очень вкусный. А где, говорит, вы купили? Я говорю, здесь прям стоматология на втором этаже. Она говорит, тут прям продают? Я говорю, да, автомат стоит, говорит, пожалуйста. Я всегда, девчонки, я вот что-то вот вчера пропустила. Я хотела взять и побежала. Угу. Торопилась, видимо. Всегда беру, всегда. Но я беру на выходе. А я сейчас взяла, потому что пить сильно хочу. Сейчас еще 25 минут осталось до приема к врачу. Попью. О, прям балдею, прям наслаждаюсь. Кофе я не люблю дома, я уже говорила об этом. Я пью его очень редко, очень редко. Но вот этот кофе я люблю, мне нравится. Очень. Сиропчик туда добавишь, вообще класс. Дождик прошел полосой. Сейчас перестанет. Прям балдею, тащусь. Да, это не водка, правда? Получишь все 33 удовольствия, весь кайф. Прям во рту, когда попадает туда, горлышко растекается, вообще красота. Всем приятного кофе пить, кто со мной пьет кофе. Ну, а я, как всегда, вас обнимаю всех. Спасибо вам всем за комментарии. Я побежала, девочки.
ложится под микроскоп.